Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с главой Одинцовского округа проинспектировал ход благоустройства парка Малевича. Территория площадью около 370 гектаров адаптируется для семейного отдыха и занятий спортом. Ключевая цель – создание современного общественного пространства при условии сохранения уникальной природы. Над этим работает команда экспертов-экологов. В сентябре будет сдана первая часть парка, а полное завершение работ запланировано на 2021 год.